Составители этого сборника придумали задачу, пройдя об одно расширение, где работу считать по графику не надо, как интеграл. Сначала газ изохорно адиабатно расширяют от точки 1 до точки 2, а потом изохорно нагревают до прежней температуры, пунктиром нарисована изотерма, и Q2,3 нам дана. Надо найти работу, здесь написано изменение внутренней энергии, но это по сути дела одно и то же, потому что здесь у нас процесс адиабатный и количество теплоты равно нулю. Поэтому это будет то же самое, что и работа. При изохорном процессе работа равна нулю, поэтому Q2,3 мы запишем через изменение внутренней энергии дельта U2,3, а дельта U1,2 запишем через разность температур конечной и начальной. Получим то же самое с противоположным знаком. Там стоит T1 минус T2, а здесь T2 минус T1. А работа, которую мы потом посчитаем, будет у нас с положительным знаком. Поэтому ответ получается A1,2 равно Q2,3.